Друзья, всем привет. У нас 18 градусов с утра. Вот где-то там солнышко встает. Где-то там машина вся покрыта росой. На Авито нашел что-то интересное. Ох, сейчас хочу съездить с утречка. Я думаю, пока мои все проснутся, я уже вернусь домой. Не знаю, захвачу, нет, машина с палатками. Видать, люди либо отдохнуть ехали, либо с отдыха возвращаются. Остановились на ночлег в поле, в открытом поле. Там еще одна палатка. Друзья, не знаю почему, вот здесь видите, сейчас куча бревен. Раньше насаждали, да, деревья вдоль дороги. Это железнодорожная полоса. А здесь вот росли тополя. Вот пилят, я как бы вот я по всему краю езжу, пилят деревья. Сейчас бы ехал в тени, получается, солнышко на рассвете встает только. Вот, а так еду, солнышко вот щеку мне греет. Вот, не знаю, зачем вот деревья спиливать, может, аварийно опасно или что. Ну, остаются, в общем, дороги голые. Сейчас бы хорошо было, конечно, в тенечке. Название речек у нас интересное, конечно. Вот я еду здесь, Мегута или Мегута, как правильно, Альбаши. Что бы это значило? У нас вот, я живу, Сосыка. Здесь, друзья, кафешка. Здесь две летающих тарелки приземлились. Да, она вот воткнулась. Другая вроде благополучно.
Вот, и видать, хозяин испугался, продает. Висит вывеска, продаю. Вот все, мечтаю прицеп купить. Жалко, что раннее утро, сейчас бы забежал, посмотрел, почем они здесь. Ну, пока еще закрыто. Привет. Ну что, ты приехал? Ага. Долго ты ехал? Да долго. Больше 2 часов. Хорошо в городе, там все рядышком. Что хочешь купить, там сел на метро, проехался. Но все равно расстояния там тоже большие. Но а на метро быстро. 180 километров пробежался с утра. Такая сумка интересная, видишь? А чтобы дождь не затекал. Да. Почти такая, как была. Чуть-чуть, ну, новее. Ну, вообще модель новая, слушай. Она вообще новая. Ну, он говорит, что не пользовался этой камерой хозяин. Съездили, говорит, в Таиланд, поснимали и все. Представляешь? Ничего себе. Ради такого дела для одного раза. Ну, дорогое удовольствие. Новое. За такую цену. Прикольно. Папа, ты прям коллекционируешь камеры теперь у нас. Ну, шо, вот я зато и скучаю. Понравилась мне такая камера. Да, Алис, помоги Тае тоже собрать яблоки. Давайте сейчас будем груши собирать, наверное. Мама соберет груши. Поможете маме? Кос выведет, Оль. Угу. Так, вот тебе заварить, да? Угу. Ну и тут чуть-чуть. Не знаю, ну если надо, с этой стороны. Уже думаю, плодоночку положить это тут. Я субины заварил. Ну, сейчас попробуем. Он растертый, некий тоненький. Видно, что работал. Ну, так всю жизнь работает он. А то и больше. Ну, я свой собираюсь выбросить. Такой же. А может, заварю, сейчас так посмотрел. Еще послужит. Этот хорошо клюет с кривым этим клювом. Солнышки закончились, только сухие. Дам еще один. Я потом им еще дам. Ты решила пособирать? Да, решила пособирать. Тая просит коктейль из яблок. Он будет вкусный, как ты думаешь, мама? Нет. Нет, а из груш? Давай. Будешь из груши коктейль, Тая, попробуем? Так хочется соковыжималку, Толь. Свежий сок. Ну, она, видишь, для томатов одна идет, а для яблок совсем другая. У нас была, я не знаю, куда они пропали. Вот для морковки она совсем другая идет, соковыжималка. Там она с центрифугой такая. А для морковки и яблок это не одно и то же? Ну, одна и та же идет. Вот эта, которая у нас, она, видишь, она не выдавит из яблок. Да, она, конечно, не выдавит. Это специально для томатов. Поверхи так залезла. Сюда залезла? Ну, вот с Юшей, скушай морковку вместо коктейля. С Юшей говорю. Морковка? Груш. Груш. Толя, ага. Можешь мне помочь нарвать? Ой, они сыпятся. Они меня бьют. Я не достаю. Нормально. Груш много в этом году. Что, зимние будут? Зимние хорошо, они лежат. Да, в этом году, в прошлом году не было столько груш этих. Да? Угу. Я уже не помню. Они падали, гнили тоже так же. Почему-то они на дереве такие жесткие, а падают они сразу. Да, я там уже перебрала. Это можно курам отнести некоторые. Это ж... Потом гнилые подсобирать. Козам можно. Которые более-менее нормальные. Ну что, хватит, наверное. Буду отрезать. 2 ведра залезет, я думаю, в мою чашку.
залезть, а там же косточки еще выберешь. Да, косточки. Да, точно. Ой, это липучка. В прошлом году не было, вот ты позапрошлом, это она вот в этом году что-то появилось. Кто? Липучка эта. Ее все время было. Ну, столько много не было. Не знаю, сколько я здесь живу, мне кажется, она все время была. О, упала. Красиво, это я съем. Она мягкая уже. Так. Ну что, друзья, буду эту комнату освобождать, это из-под уровня штатив. Буду все выносить. И придется еще носить, наверное, сегодня полдня буду носить, только пол подсыпать. Может, не полдня, но вот надо до порога вот сюда. В общем, сейчас покажу. Вот, друзья, там вот цоколь. Видно, да? Сейчас ближе покажу. Вот. Вот, выше него я залью вот так вот. Здесь сантиметра 3 буквально будет бетона. Стяжечка такая. Дальше уходит вниз. Здесь пол был такой наискось. Вот так вот пол шел сюда. Наискось, потому что визуально это не бросалось в глаза, но когда ложился спать на кровать, почему-то все время скатывался. Вот. И оно шло к вот этому порогу. Я вчера уровень прокинул. Вот этот угол в доме получается как-то внизу находится тоже. Визуально это практически незаметно. Пол, да и пол. Вот. А здесь получится, что бетон будет где-то вот так вот, 6 сантиметров. Тай, ты думаешь, это будет вкусно? Точно? Вкусно, так вкусно. Ты выпьешь, точно? Трубочкой. Трубочкой? Давай, я помогу тебе, давай. Может, без молока попробуем сделать? Ну, клубничный был с молоком, а этот, может, без молока? Вдруг он с молоком невкусный, Тая? Ну, давай. Или с молоком тебе надо? Ну, давай, без молока будет, без сахара. Немножко сахара, да? Угу. Чайную ложечку. Угу. Сахар добавим. Ой, почти. Ой, выдумщица. Все. Сейчас сама не трогай, сейчас я сделаю. Ну? Нет. Точно? Угу. Точно? Угу. Он через трубочку, наверное, не лезет, густой такой. Лезет. Тоже хочешь рис попробовать? Сейчас тебе нальем. Ну что, продвигаются дела тут? М? Продвигаются твои дела? Возможно. Я вижу, ты тут этот занес вот этот бетон большой. Кирпич. Ну, надо сюда много позаносить. Я не знаю, может, бетон позаносить можно. Сюда можно все сейчас заносить. Угу. Сейчас я отобью по периметру, ты потом со шнурочком поможешь посмотреть, я например, насколько насыпать. Хорошо, скажешь мне. Скажу.
Друзья, груши я помыла. Груши у меня разные. Есть и хорошие, и большие, и маленькие. Есть, которые ударились. Вот, сейчас буду их обрезать. Вот, сердцевины буду, конечно, тоже обрезать. Счищать кожицу не буду. Кожица останется. Вот. Тут два ведра груш, но, наверное, будет... Может, ведро получится, нет? О, падает. Ну все. Пора их резать. Вау, как эта гора смотрится, Надеж. Да, а на улице примерно столько же, да, еще? Да, если не больше. Если не больше. Эх, как жаль, что у меня маленький желудок. Да, груши очень сочные, очень вкусные, друзья. Но их много не съешь, они вот тяжелые, согласись? Ну да, две груши съешь. Но сегодня вот. Будут целыми днями, целый день заниматься грушей. Я, наверное, не знаю, когда-то закончу. Я тем более работаю медленно, не как некоторые. А такими кусочками маленькими, я не знаю, может не стоит? Не знаю. Может крупнее? Я хочу, знаешь, вот так вот сделать, порезать. И этот, потом сахаром все замешать. Порежь дольками. Дольками. Ну и тебе будет быстрее. Че, ну какая разница, сварится? Ой, это вообще мягкая-мягкая. Да. Вкуснятина. Да. Я вот так вот бы и все. И все? Ты че? Надо порезать. Это очень крупно. Хотя бы. Ну хотя бы вот так. Ну это совсем уже. Ну он вот так вот покрупнее, хорошо. Уговорил. А то я буду заниматься им. Так, это тоже я мелко порезала. Ну, просто я хочу максимум взять сюда, знаешь. Боюсь, что захвачу сильно. Да ничего страшного. Сейчас вообще из двух ведер, наверное, ничего не останется. Не знаю, что получится. Ну, то, что получится, покажу. Получится вкусно. Как всегда. Друзья, занялся такой вот булыжник огромный. Тут перед двором лежали. Сказали, уберите, уберите. Вот, убрал. Вот эти вот огроменные камни. Сейчас туда много чего придется набрасывать. Не сильно много, но придется. Он сам маленький. Ты когда бросил самый большой камень, аж пол содрогнулся в доме. Я чтоб этот. Я думал, вот что случилось. Чтоб поплотнее, вот. Видишь, плюс того, что это самое. Трамбовать не надо. Я пока вот это штукатурил по кругу, тут ходил, все утрамбовалось. Ну да. Вот. Сейчас еще немножечко и... Будет готово. Да.